Добрый вечер, уважаемые подписчики канала Радио Пердёж. Сегодня мы попробуем новое говнище химозное, наподобие того, что мы уже однажды пили под названием Бейст, базированное пиво. Угу. Да. Так, сегодня у нас крафт пич манго. Мне нужна помощь. Крепость здесь 6 градусов. Слушай, оно пахнет. Там написано базилик, есть еще что-то. Никаким базиликом оно на самом деле не пахнет. Огромче. Пахнет черной смородиной. Пахнет базиликом. Да слабо. Ну, понюхай, вот это реально персик манго. Это классно. У меня с таким вкусом жидкость. Вот, был еще один третий вкус, но мы не стали его брать, потому что там был ананас. Я посчитал, что это будет похоже на S, который мы не уважаем. Оценка. За субботу. Это лучше, ну, на мой взгляд. Это прикольно, оно так немножко освежает, да. Вот. Лучше, ну все, отдай моё. Во вкусе чувствуется базилик. Неплохой вариант, мы купили это красным-белым за 64 рубля. Приветно, да. Рекомендуем. Здесь, кстати, я хочу сказать, и пидорские 0,42 миллилитра. То есть 420. Это ужасный объем. Да. Нам полагается еще 80 миллилитров. И мы обязательно догонимся уже в другой программе. Сас.